Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Це проєкт «Радіо День», програма «Між нами», в студії Олександр Пашненко та Іла Філоненко. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 5 лютого. В Запорізькій області цей день оголошений Днем жалоби в пам'ять про трьох пацієнтів та лікарку, котрі трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні. Суспільне Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Батьки мріють про успішне життя дитини і усіляко намагаються їй в цьому допомогти. Та чи варто на цьому акцентувати увагу, чи є це запорукою щастя? Про це поговоримо сьогодні із Наталією Лапою, дитячим психіатром, психологом. Протягом наступних 25 хвилин долучайтесь до нашої розмови. Долучатись можна і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». А насамперед давайте послухаємо коментар директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодяжного про те, що таке успіх. Звичайно, що успіх сам по собі – це явище дуже суб'єктивне. Тобто для кожної людини успіх може означати щось своє особисте. Для когось це кар'єрна самореалізація, для когось це родина, для когось це подорожі, для когось, можливо, успіхи там в спорті або в якихось інших сферах. Але, на мій погляд, є спільне у всьому цьому, бо для кожної людини успіх, мабуть, це передусім це внутрішнє задоволення від самореалізації, це внутрішнє відчуття, що те, що ти робиш, приносить тобі задоволення, і ти відчуваєш, що від цього тобі стає краще. Що якщо говорити про себе, то я можу сказати, що так, мабуть, що коли ти займаєшся тим, що тобі подобається, не тому, що це потрібно для когось, а тому, що ти сам це вважаєш необхідним, і ти відчуваєш від цього кайф, то, мабуть, це є також успіх, хоча за цей успіх доводить доволі багато платити. Да? Тому що знайти можливість, щоб займатися тим, що ти вважаєш за потрібним, і знайти для того ресурси, знайти для того можливості, знайти людей, які будуть з тобою однодумцями, будуть тебе підтримувати, особливо, коли це не є, наприклад, в тренді у суспільстві, то це буває дуже непросто. Але коли ти цього досягаєш, то дійсно це можна назвати успіхом. Отже, це був коментар директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодяжного про те, що таке успіх. Пані Наталі, почули думку громадського діяча. А що скажете ви як психіатр-психолог? Що можете додати? Бо у кожного з нас поняття про успішність різне, кожен кладає щось своє. Для когось це, наприклад, скажімо, головне – це фінансова якась стабільність, а для когось – бути щасливим. Что скажете вы на это? Ну, у меня нет готового определения, что такое успех. То есть нет такого певного визначення. Ну, знаете, наверное, это есть на Википедии, есть в каких-нибудь таких настоящих учебниках. Вот я для себя никогда не пыталась определить успех. Вот как определение, скорее я могу сказать какое-то про свое понимание. Тут во многом я могу согласиться с Николаем Колодяжным, да, о том, что для меня успех не имеет количественного такого измерения. Да, скорее успех – это действительно, как ты себя ощущаешь, да, насколько ты чувствуешь себя реализованным и счастливым в этой жизни. Вот, потому что, я думаю, каждый из нас знает и из личных примеров, и из каких-то социальных историй, да, ситуации, когда человек, которого мы считаем успешным, да, он многого добился, например, известен, да, и потом какая-нибудь история о том, насколько все драматично, насколько все плохо, насколько человек не чувствует себя счастливым, хотя, безусловно, он там звезда, он там мировая величина, и так далее. Поэтому для меня это всегда про что-то очень личное. Хотя, безусловно, мы говорим об успехе, прежде всего, подразумевая некую социальную эквивалент этого, да, что человек узнаваем, он обладает какими-то ресурсами, то есть он, как правило, богат, да, он известен, он чего-то добился, или же там вот такой высший уровень, он оставил след в истории.
Так? Успіх – це, власне, про свій досвід, чи, можливо, це в першу чергу такі цеглинки, які закладають батьки у дитину? Ну, безусловно, всі ми родом із дитинства. Тобто, це така от розхожа фраза, і це таки правда. Вот. Поэтому, конечно, родители сознательно или неосознанно транслируют ребенку, да, чего от него хотят, как они ожидают и как они видят успех. Тобто те, чого в них не було в дитинстві, чи не факт. Не завжди. Или будь как я, да, или давай будь тем, кем я так и не стал. Да, это тоже бывает. Наиболее такая осознанная, конечно же, но здоровая позиция – это позволять ребенку находить свой путь и поддерживать его на этом пути. Да, вот. Не надо из, будущей каратистки лепить балерину. Да, она может стать успешной балериной, будет ли она счастлива? Да, ну, раз мама там хотела или бабушка хотели быть балеринами. Я про это. Поэтому родителям надо быть очень внимательным в своих ожиданиях от детей, да, потому что мой ребенок не равен мне. Да, я и мой ребенок, или я и мои дети – это разные личности. Да, и то, что хорошо для меня, не факт, что будет так же хорошо для моего ребенка. Да? Тобто дитині треба дати можливість обрати свій шлях. Можливо, батькам варто якось спонукати їх до цього, наприклад, своїм прикладом. Ну, безусловно, да. Лучший спосіб понять, чого ти в житті добився і як ти себе оцінюєш, це посмотреть на то, як видять тебе твої діти. Да, то есть вот пытаются ли пытаются ли они тебя наследовать, являешься ты для них примером, да, это, в общем-то, в принципе, тоже некий критерий успешности, да, ну, я бы сказала, действительно, это важный критерий успешности, состоявшейся личности, уважают ли меня мои дети, да, потому что, ну, вроде бы, как ребенок априори любит родителей, да, вот, а уважение – это такая вещь, которая зарабатывается, ее нужно заслужить, да, и вот, да, такое часто бывает, родители любят, но не очень уважают, да. Уважают, как правило, состоявшихся личностей, да, состоявшаяся личность – это, как правило, там, где человек чувствует себя состоявшимся, да, и для этого не обязательно завоевывать какие-то там мировые медали, где-то там побеждать, да, можно быть человеком, ну, который социально может оцениваться как скромный специалист, занимающийся своим делом, но человек, который получает удовольствие от работы, с удовольствием делает свое дело, или это не обязательно работа, да, женщина, например, вот часто там, выбор может быть домохозяйкой, она может быть успешна и реализована в этом, да, хотя, конечно же, чем дальше, тем больше мы получаем, ну, негативных оценок, да, если там о человеке узнают, о женщине, что она домохозяйка, это вроде бы как ничего интересного в этой жизни не сделала, не добилась, но подумаешь, там, воспитала детей, а кто не может это сделать, это же так запросто и так далее, да, но если лично себя ощущает успешной, она это транслирует, она автоматически становится примером для подражания, то есть вот такая вот внутренняя уверенность в своей собственной состоянии, вона заряджає людей, вона притягує людей. А батькам взагалі варто зациклюватися і акцентувати увагу на тому, що дитина от має бути успішною, там, постійно говорити про це, що якщо ти хочеш досягти чогось, ти маєш робити там покроково оце, оце і оце. Чи не призведе, от, наприклад, потім в подальшому це до якихось певних комплексів, коли дитина не зможе реалізувати те, що хотіли від неї батьки, те, що закладали в неї батьки? Ну, я бы призывала здесь быть очень осторожной, потому что на самом деле, когда вы ребенку транслируете столько ожиданий, ребенок как бы, ну, чувствует себя обязанным исполнять ваши ожидания, да. Он еще не разобрался в себе, он еще не совсем понял, чего он хочет, но он точно знает, чего хочет от него мама и папа, что, чего они хотят, да. И хорошо, если это вдруг совпало с каким-то внутренним измерением ребенка, окей. Большая драма будет там, где это не совпало, да, и сколько людей, в общем-то, ломают собственные жизни, пытаясь выполнить родительские предписаний, надо иногда 20-30 лет и очень много походов к психотерапевту для того, чтобы разобраться, что то, чего мне было предложено, не является моим внутренним содержанием. Якщо дивитися в майбутнє дитини, якщо знищити її мрію, що буде? Ну, вы получите человека несчастного, которому без психолога очень-очень тяжко будет прожить. То есть там внутренние драмы, психосоматические расстройства, несчастливая личная жизнь, потому что вот чувство успешности, реализованности, оно очень часто транслируется и на личную жизнь. Да? То есть человек, который состоялся, он привлекает к себе таких же личностей, людей, которые себя уважают, которые чего-то добились. Да? И такие люди, как правило, ну, здоровые люди, относятся к хорошим уважением к другому человеку, они принимают его инаковость, да, то есть никто не стремится перестроить или прогнуть про себя,
друзья, да, то есть это, в общем-то, хороший способ завязать довольно здоровые отношения, это контактировать с таким успешным человеком. І ця людина потім починає вже своїм дітям нав'язувати свої мрії. Замкнуте таке коло. Если да, если про навязывание, это всегда драма. А если это внимательное наблюдение, да, когда ты понимаешь, что ребенок твой, это не ты, ты за ним наблюдаешь, видишь его склонности, куда его тянет, да, потому что, например, маленькие дети очень хорошо раскрываются в игре, да, и вот в каком-то возрасте 3-5 лет уже некие тенденции можно определить. Очень сейчас, то, что я вижу, очень часто родители переживают, о боже, мой ребенок не лидер. Мой ребенок не лидер, как же так? Да, все, если он не лидер, как дальше жить? Ну, а кто сказал, что все должны быть лидерами? Да? То есть вот такое навязывание, это тоже большая проблема. То есть когда навязывается не конкретная профессия, да, или, а навязывается стиль жизни, будь лидером. Ну, это не каждому дано, да? Бо кожна дитина має певні особливості темпераментну, так? Конечно, конечно, ну, не у каждого ребенка хороший музыкальный слух, да, или способности к рисованию, да, любую способность можно развить, но твое ли это, да, будешь ли, достигнешь ли ты чего-то на этом пути, да, то есть поэтому тут внимание, уважение к потребностям ребенка, изучение, знаете, вот дети обычно, они действительно демонстрируют, показывают, что интереснее, да, то есть, ну, один будет играть бесконечно конструкторами, да, это мы уже тоже можем так... что-то прикидывать, да, второй будет бесконечно играть какие-то сюжетно-ролевые игры, будет заводилой, будет что-то организовывать для всех, вовлекать, да, а этот будет сидеть тихонечко в углу и конструировать. Это уже о чем-то же говорит, да, уже о какой-то внутренней динамике ребенка, о том, куда направлены его интересы и склонности. Поэтому наблюдать, 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 еще раз наблюдать, быть внимательным и готовым сделать все для того, чтобы способности, таланты, интересы ребенка раскрылись. Да? Потому что когда человек знает, чего он хочет, да, то есть он будет целеустремленным, он будет прикладывать массу усилий для того, чтобы добиться, реализовать того, чего он хочет. Ви зазначили, що треба враховувати інтереси дитини. А якщо, наприклад, дитина от, ну, нічим не цікавиться, вона живе у своїй зоні комфорту, окрім гаджетів, нічого їй не потрібно. Що робити в цьому випадку батькам? Чи треба наполягати і пропонувати якісь інші шляхи? Угу. Чи варто взагалі порушувати оцю її зону, в якій вона сама знаходиться? Ну, це огромна проблема – гаджетизація дітей. І лучший спосіб, як завжди, профілактика, тобто не допускати от такої гаджетизації. Да, безусловно, ребенок буде сталкиватися з гаджетами там, в школі, коли це є у сверстників, да, но ограничувати, во-первых, использование прямое, а во-вторых, создавать такую среду, где бы были более интересные альтернативы гаджетам. Потому что, конечно, с точки зрения биохимии гаджеты очень привлекательны, потому что они, биохимия мозга, я имею в виду, да, потому что они дают выброс тех нейромедиаторов, которые как раз отвечают за мотивацию, интерес, включенность. Ребенок получает массу положительных эмоций. Для того, чтобы получить такое же количество положительных эмоций в реальной жизни, надо очень сильно потрудиться. Представляете, да, или поклацать что-то там в телефончике, или придумать игру с игрушками, другими людьми, которая была бы также интересна. Представляете, как по-разному работает мозг у ребенка в первом и втором случае. Поэтому, гаджетизируя рано своего ребенка, вы отбираете у него, ну, очень много креативности, творческого подхода, потому что гаджеты не делают творческим никого. Если дитина ничем не цікавиться, можно сказать, что это минус виховання батьків, чи ні? Ну, это какая-то, да, такая сложность. Ну, там всегда в семье надо посмотреть, как много сами родители проводят время с гаджетами, да, потому что та картина, которую можно встретить, например, ну, в кабинете, под кабинетом в любой больнице, да, мама сидит с гаджетом, ну, навіть папа в громадському сидит с гаджетом, транспорті. Да, и ребенок сидит с гаджетом. Люди между собой не разговаривают, не общаются. Вот каждому по гаджету все спокойно, да, у ребенка забирается гаджет и тут же истерика, да. Чи можна мотивувати дитину тим, що якщо вона не буде до чогось прагнути, то вона не стане успішною дитиною. Саме мотивувати, щоб вона менше перебувала часу в гаджетах. Там, наприклад, сказати, що візьми замість гаджета якусь книжку, в якій, наприклад, розписано, ну, це художня література, в якій описано, як стати успішним, фінансово успішним. Чи, можливо, якісь інші приклади наводити, як стимулювати, чим мотивувати дитину, аби вона чимось зацікавилася? Ну, знаете, дети, у детей очень сложно вообще с перспективой. Ребенок сложно думает о будущем. У него могут быть некие мечты, да, но задумываться серьезно о своем будущем дети начинают где-то с подросткового возраста. До этого мотивация на будущее, она вообще очень мало работает. Работа сейчас, чтобы через 20 лет ты получил что-то, ну,
Ну, дети так не мыслят. Это взрослый человек может себе построить долгосрочный план, там, стратегии, вот 20 лет трудолюбиво работать для того, чтобы получить вознаграждение. Детям нужно, как правило, все здесь и сейчас. Да? Поэтому здесь и сейчас вы можете создать интересную среду, которую будет ребенка развивать. Да? Ведь, думаю, вы сталкивались, и наши зрители сталкивались с информацией, что там Стив Джобс и же с ним очень многие убирали гаджеты, забирали гаджеты у собственных детей, что дети IT-миллионеров ходят в школы, в очень дорогие престижные школы, где нет гаджета, где пользование гаджетами запрещено, что они читают очень много книг. То есть они, создавая нашим детям вот такую гаджетную среду, да, своих детей от этой среды защищают. Ну вот они же точно не глупые люди, да, они поступают абсолютно правильно. С точки зрения, опять-таки, нейробиологии, заставляя мозг работать естественным путем, потому что гаджетомания – это, в принципе, одна из зависимостей, да, потому что как наркотики дают определенную биохимию, соответственно, человек получает незабываемое ощущение, так и гаджеты очень легко дают человеку незабываемое ощущение, абсолютно не прикладывая усилий. Да, со мной могут не согласиться те люди, которые играют в сложные стратегические игры, безусловно, ну вот что-нибудь такое там, где надо думать, да, но это не заменяет всех остальных сторон жизни. И дети, к сожалению, когда много гаджетизируются, они утрачивают в том числе или у них ухудшаются навыки социальные, потому что то, чему не учат гаджеты, они не учат общаться. Опять-таки, люди играют в командах, мне скажут, игры и так далее, но, ребята, это же общение очень сильно отличается от реального живого общения. В конце концов, ничто не мешает вам забросить игру и больше никогда в нее не играть, распрощаться с этими людьми, тогда как в реальной жизни вы не можете так легко разорвать контакты без последствий для себя. Поэтому надо быть очень внимательным и готовым детям предлагать гораздо более интересное времяпрепровождение, чем гаджеты. Это скорее, ну, знаете, ответственность родителей, с одной стороны, а с другой стороны, их желание трудиться для того, чтобы, ну, помочь своему ребенку развиваться. Идут инстинкты, идут того, да, чудунка. И еще делать то, что мне очень кажется важно, что надо перестать детей развлекать. Вот потому что современное время, оно делает легко доступными развлечения. Ребенок постоянно привык, что его развлекают. Телевизор, гаджеты, еще там кто-то. Аниматор на дне рождения. Да? Я думаю, вы же помните те страшные времена, когда на дне рождения не было аниматоров. Дети развлекали себя сами, как-то было весело и интересно. Да, сейчас день рождения без аниматоров, боже мой, какой ужас. И обов'язково це має бути якийсь розважальний заклад, да, дитячий. И, да, ну как мы так жили, как мы вообще выросли, удивительно, да. А вот, и поэтому научить ребенка развлекать себя самого, потому что именно от этого и как раз растет творчество, креативность. Ребенок сам создает внутренние миры, он начинает чего-то хотеть, воображать, придумывать. Ну, и понимать, чего же он хочет. Потому что гаджет вам не даст возможности понять, чего вы хотите. Це можна робити в команді? Ось коли однодумці зібралися і теж хочуть бути успішними. Чи завжди в цій команді буде якийсь лідер, який може на себе перетягнути все? Ну, как практика, наверное, показывает, что всегда существует лидер, который объединяет людей вокруг какой-то идеи, вокруг какого-то дела, да, а в хорошей команде каждый человек на своем месте, каждый выполняет свою функцию. Ну, действительно, командная работа, она всегда, ну, наверное, более энергетична, да, то есть люди друг друга поддерживают, подпитывают, ну, да, вместе весело шагать, это тоже правда. Говорячи про успішність, скажіть, будь ласка, а чи потрібно взагалі от це поняття дітям? Як вони його розуміють? Ну, діти на этот счет начинают задумываться где-то к, наверное, к концу младшей школы, да, когда там уже, ну, хоть какое-то оценивание появляется, да, они начинают меряться успешно, неуспешно. Вот. Но это было бы, в принципе, не так уж страшно, гораздо хуже из того, что я сейчас наблюдаю. Дети измеряют свою успешность кошельком родителей. Да, вот если у меня там последний айфон, я успешный, я крутой. Если там мои родители обладают там серьезными финансовыми возможностями, я езжу на дорогой машине, я успешный. Соответственно, собственные достижения становятся менее важными, чем то, что ты чем ты обладаешь в материальном плане. Да? То есть, например, какой-то ребенок-отличник может чувствовать себя абсолютно неуспешным, который добивался, учился, да, всего достиг сам, на фоне того, что у него, ну, какой-то там плохонький смартфончик, родители там его на Ланосе ездят.
Да, то есть вот и такое происходит искривление, когда успешность личная, она трансформируется очень часто у детей в успешность родителей. Они еще не отдают себе отчета, что эти успехи им не принадлежат, что они ничего не сделали для того, чтобы, ну, пользоваться этими благами. Они просто родились в определенной семье. Да? И, к сожалению, очень часто это единственное, чем человек может гордиться в собственной жизни, это успехи родителей. Ну, це вони успішні на той момент, поки, скажімо, їх забезпечують батьки. А потім далі, коли вони вже крокують у дорослому житті без підтримки батьківської. Що відбувається далі? Ну, да, достатньо много, я думаю, історій, які відомі нашим зрителям. Ви знаєте про драматичні історії «Золотої молодежі», да, яка, в общем-то, нічим не займає себе в житті. Це такий праздний стиль существования, потом алкогольная, наркотическая зависимость, и все грустно. То есть люди не могут состояться. Батьки сами передбачают таке майбутнє своїм дітям, коли, якщо вони не вкладають в них всі цінності. Есть такой клан Рокфеллеров финансовый, думаю, тоже об этом знают, такие миллиардеры, которые, ну, наверное, лет 100 этому клану. Да? И вот у них, говорят, до сих пор существует очень серьезное трудовое воспитание. Да, то есть если человек делает карьеру в каком-то предприятии Рокфеллера, он делает с самого низа. Детей с самого раннего возраста приучают зарабатывать деньги. То есть делают все, чтобы успех человека был прежде всего его собственным успехом. Да? Потом на каком-то этапе может подключаться семья, обеспечивать лучшие и большие возможности, чем человеку не семьи миллиардеров. Но тем не менее, эти люди, как правило, с успешностью, с гордостью о себе могут сказать: я добился сам, я делаю это сам. Да? В отличие от многих других миллиардерских семей американских. Например, семья Вандербильта, у них там разорились в 50-х, 60-х годах. И именно потому, как говорят, что каждое последующее поколение уже ничего не умело вкладывать. Да? То есть они гордились тем, что заработали их предки, но совершенно были не готовы добиваться чего-то самостоятельно. А як батьки дітей, які, скажімо так, мають середні статки, да, можуть навчити своїх дітей заробляти великі гроші? Не знаю. Для меня вообще это такой вопрос, как научиться зарабатывать большие деньги. Мне кажется, что... Вот. Но этот... своим прикладом вони вже показують, ну, що, да, что у них принципі... небольшие там доходы. Можно жити и так. Можно, да. А мне кажется, что если ты не происходишь из какой-то очень состоятельной семьи, а сам всего добиваешься, это всегда очень личная история. Обогащення, да, наскільки там вона етична і так далі. Тоже такое, тобто в такій родині все залежить від дитини, наскільки, да, вона бачить себе успішною, наскільки вона хоче бути фінансово, ну, да, незалежною. Це, ну, дуже така тема для сучасних дітей, вони дуже прагматичні, вони хочуть бути багатими, вот видят путь очень часто в блогерстве, они считают, что это лучший способ заработать миллион, да, вот, ну, детские мечты иногда для кого-то становятся трамплином в жизни, человек реализует себя, а для кого-то так и остаются мечтами. На мой взгляд, предпринимательский талант – это тоже талант, да, вот как, опять-таки, хороший голос, музыкальный слух – это то, что дается от природы, потому что это определенный склад личности, это умение и готовность рисковать, это готовность идти в новизну, а это не всем дано. То есть люди же рождаются очень разными. Да? Не каждый рождается лидером, не каждый может быть предпринимателем, не каждый может быть успешным предпринимателем и заработать очень-очень много денег. Успішні люди впливають на позитивні зміни в країні, вважає директор благодійного фонду «Імпульс.UA» Микола Колодяжний. Послухаємо його коментар і продовжимо розмову. На мій погляд, зміни в суспільстві творять люди. Бо провідниками і позитивних змін у суспільстві є люди. І, на мій погляд, лише людина, яка всередині себе є успішною, в якій є внутрішній позитивний заряд, вона так само може позитивно впливати і на навколишнє середовище, і на суспільство навколо себе. Ось, і ми хочемо, ну, знову ж таки, це не тільки є там виключно наша ідея. В Україні вже дуже багато проєктів з неформальної освіти для дітей, для підлітків, які ось так поступово починають формувати прошарок і успішних, і соціально свідомих людей. Саме через розвиток успішних особистостей, які будуть здатні досягти успіху особисто, з одного боку, а з іншого боку, вони будуть небайдужими до навколишнього середовища, до тих людей, які поруч з ним, і які також потребують допомоги. Ми будемо також допомагати ось формувати цей прошарок вже і сьогодні, і в найближчому майбутньому успішних українців, які будуть також в позитивному русі змінювати і життя країни в цілому. Пані Наталю, ви як вважаєте, якщо будуть всі успішні люди, успішним буде і країна? Ну, так. Думаю, що так.
Отже, друзі, хочу нагадати, що це була програма «Між нами». Сьогодні ми говорили із Наталією Лапою, дитячим психіатром, психологом. Ну, окрім того, хотілося всім саме зараз сказати невеличку інформацію, що з 8 лютого ми будемо оновлювати нашу програму, і вже всі наші слухачі і виглядачі зможете долучитися до студійного вайберу, можете вже його занотовувати. 095-92-00-356. Тож чекаємо ваші коментарі з понеділка. Не забудьте, ще раз нагадаю, номер 095-92-00-356. Ще раз нагадаю, це була програма «Між нами». У студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Вдалих та щасливих вам вихідних. Будьте здорові, на все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».